Его поезд задержали на час. 5000 зрителей перешептывались, но ждали. Он вбежал на сцену с гитарой, извинился и запел. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 лет на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Он спел 31 песню. Первая песня была из фильма «Я родом из детства, братские могилы», а последняя песня была «Спасите наши души». Он только написал для фильма 72 градуса ниже нуля. Она в фильм не вошла, кстати. Ну, концерт запомнился, сами понимаете, на всю жизнь. Тогда, в 67-м, Владимир Высоцкий стал поистине родным человеком для самарцев. Любовь к нему культивируется из поколения в поколение. Цветы у его памятника не увядают круглый год. Он актуален до сих пор, как никогда. Когда у нас вот трудные моменты в жизни, мы берем в руки томики его стихов и находим ответы на все вопросы. Был очень фотогеничный парень. В белой рубашке 10 кадров, из которых можно было сделать что-то хорошее, по крайней мере, точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню, я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так, в закулисье двумя словами общался. Вот. Он всегда куда-то торопился. Высоцкого вспоминают не только 25 января. Его творчество настолько крепко засело в сердцах и головах людей, что память о нем будет жива, пока звучат его песни. Чтобы жизнь улыбалась, волкам не слыхал, зря мы любим ее однолюбы, а у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.